Николай Цискоридзе не впускает в свою личную жизнь посторонних. В разное время ходило много слухов о том, что же скрывает артист балета от публики. Некоторые, например, упрямо твердят о том, что у Цискоридзе есть тайные внебрачные дети. Якобы он боится представить их фанатам, чтобы ему не пришлось делиться со всеми историями своих романов. Иван Охлобыстин же на днях заявил: Николай, вопреки слухам, так и не познал радость отцовства. По словам актера, отсутствие наследников является следствием особенностей профессии Цискоридзе. Об этом Охлобыстин рассказал в личном блоге. У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии, сказал Охлобыстин. Сам Цискоридзе говорил в интервью, что ему не интересны разговоры про продолжение рода. Он дарит свою любовь ученикам и любимым домашним питомцам. Мы знаем, какие сюрпризы иногда преподносит генетика. И родные не всегда становятся поддержкой в трудный момент, считает Николай. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!